З нами команда ПСВ на міжнародному турнірі в Карпатах. Виграли матч проти Вікторії ЛНС. Будь ласка, декілька слів про матч. Ну, игра получилась интересная, как для нас, я так думаю, и для зрителей, для команды соперника. Ребята, видно, что немножко не хватает им опыта, у нас как бы более сыгранная команда, поэтому мы использовали свои сильные стороны. Но сопернику большое спасибо за его желание, за то, что они хотели доказать, что мы тоже умеем играть. Скажите ваши впечатления, насколько локация вам сейчас до подобы и все проходит на каком уровне? Мы, конечно же, приехали из Одессы, поэтому нам такое количество снега всегда приятно видеть. Вспоминаешь детство, когда были такие зимы. Локация отличная, зал супер. Очень приятные люди, и сказать огромное спасибо организаторам. Ну что, витаю с перемогой, успехи в наступных матчах. Спасибо большое.